Александр Сергеевич Пушкин. Стихотворение «Ангел». В дверях Эдема ангел нежный главой поникшую сиял, а демон мрачный и мятежный над адской бездной летал. Дух отрицания, дух сомнения на духа чистого взирал, и жар невольный умиления впервые смутно познавал. Прости, он рек, тебя я видел, и ты недаром мне сиял. Не все я в небе ненавидел, не все я в жизни презирал.